Привет охотникам! В этом видео я хочу сделать обзор своего охотничьего ножа. Это универсальный нож, то есть его можно использовать как для продуктов, так и для грубой работы по дереву и для обустройства лагеря в лесу. В комплекте с ножом идут кожаные ножны, которые я сделал самостоятельно, но об этом расскажу чуть позже. Нож имеет конструкцию full tang, то есть клинок и рукоятка сделаны с одного куска стали. На рукоятке есть и млечное отверстие, куда я просунул шнурок, на котором болтается кресало для огнива. Сам нож сделан из кованой нержавеющей стали 95 хром 18 твердостью 58-60 HRC. То есть была куплена заготовка, с которой был сделан этот нож. Толщина клинка 5 мм в обухе, накладки на рукоятке сделаны из текстолита. Форма рукоятки стандартная для ножей такого типа и позволяет удобно удерживать нож даже при приложении каких-то физических усилий. На обухе клинка есть очень удобный упор под палец с насечками, который позволяет использовать более эффективно всю режущую кромку. Длина клинка 120 мм, общая длина ножа 240 мм. Теперь расскажу о самих ножнах. Ножны сделаны из натуральной кожи толщиной 3 мм. Клинок в ножнах сидит очень плотно. Но дополнительно он также фиксируется вот таким ремешком с пластиковой кнопкой. Пластиковая кнопка совсем не будет повреждать клинок каждый раз, когда он будет вставляться в ножны. Также есть крепление для огнива. Это огниво из бюджетного сегмента. Я уже успел его протестировать, и оно довольно-таки неплохо высекает искру. Еще несколько слов по поводу ножен. Это мое первое изделие из кожи. Потому есть некоторые моменты, которые мне не совсем нравятся. Например, кривизна шва, обработка краев и размеры подвеса под ремень. То есть для широкого армейского ремня этого подвеса уже маловато. А так, я думаю, для первого раза получилось довольно-таки неплохо. В будущем буду дорабатывать конструкцию ножен для новых ножей. И ножны будут более качественные. Сейчас покажу, как смотрится нож, если его подвесить на ремень. На этом у меня все. Кому понравилось видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики.